ты играешь первый раз, я вывалил на тебя кучу информации. Ну уж нет, твой король в западне, ты не можешь сделать сюда ход, потому что тебе мешает мой маяк. А сюда твоего короля не пускает мой чувак с пипкой на голове. Вот же я говорю, сложнейшая игра. Так я выиграл или нет? А тебе было весело? Потому что если тебе было весело, значит ты выиграла. В этом-то и вся суть шаха. Здравствуйте. Здорово. О, привет. Слушай, Шелдон, извини, я пересел. Ох ты, брос. Мое место, какая разница? А сейчас что такое было? Понятия не имею. Но тот факт, что ты играешь в шахматы не хуже Бобби Фишера, а Шелдон не возмущается по поводу тебя на его месте, может означать, что кто-то вернулся в прошлое, случайно раздавил жука и тем самым изменил ход истории. Дорогой, ты в порядке? Нет, не в порядке. Прошло уже 6 дней с того момента, как я пропустил стрижку, и ничего ужасного не произошло. Так, слушай, я чуть не догоняю. Леонард, объясни мне. Но это он псих. Всю свою жизнь я пытаюсь навести порядок во вселенной, тщательно планируя каждую секунду каждого своего дня. Но оказывается, все мои усилия, будь то расписание ужина, ротация пижам, график упражнений кишечника, все это было пусто.